Вітаю! З вами «Український південь» і я, Людмила Кравченко. На часі тема здоров'я. І ми сьогодні будемо говорити про інфекції, які нам загрожують. У нас в студії головний експерт області з інфекційних хвороб Сергій Панкратов. Сергію Михайловичу, я вітаю вас. Ми говоримо про інфекції, які актуальні на даний період. По-перше, ми поступово входимо в сезон грипу. А по-друге, у нас в Україні лютує кір. В Україні епідемія кору. Совершенно вірно. Ну, по прогнозам спеціалістів, розгар грипу планується з февраля місяця, февраль-март. То есть в этом году эпидемия будет более поздняя такая. А вот насчет кори, уже Украина находится 2 года в состоянии эпидемии. Причем никоим образом не снижается заболеваемость, а наоборот она растет и растет. Херсонская область, как и некоторые другие, оказалась в более выгодном положении. А вот на сегодня, на данный период, какая у нас в области эпидситуация? Но если говорить о гриппе, то у нас есть сравнительные данные последней недели ушедшего года и первой недели 2019 года. И за счет каникул, за счет того, что дети разобщены были, не было тесных контактов, произошло общее снижение заболеваемости. Если на последней неделе это было почти что 4500 заболевших, то за первую неделю их было 3000 с небольшим. Но что, на что обращает внимание, что количество госпитализированных наряду со снижением оказалось более высоким. Если на той неделе было госпитализировано 150 человек, то за прошлую неделю уже 170. О чем это говорит? Это он говорит, что не все больные обращаются за медицинской помощью и не поступают в регистрацию. А вот уже кто заболел, кому надо действительно медицинская помощь, те обращаются, поэтому такие цифры есть. Но еще хочу обратить внимание, что, как всегда, болеют чаще все-таки дети. Вот, если так суммировать, то получается примерно около 50% заболевших – это дети более раннего возраста. Ну и вторая группа, это группа риска, о которой мы попозже поговорим, это уже пожилые люди старше 65 лет. И вот среди этой категории опять-таки рост заболевания, как общего количества обратившихся и госпитализированных тоже. А что касается кори, то почему я сказал выгодное положение? То, что количество больных в нашей области значительно меньше, чем даже в соседней Николаевской. Если там общее количество подходит примерно к 2000 заболевших, то у нас 200 с небольшим всего-навсего. Это получилось потому, значит, мы отметили диссонанс, да, в нашей области больше заболевших взрослых, чем детей. Почему? Потому что своевременно и правильно была проведена вакцинация детишек, и они поэтому имеют иммунитет и не болеют. А вот кто не прививался, кто или прививался с нарушениями, те, соответственно, болеют. І про клінічні прояви оцих захворювань, як себе проявляє грип, як поводить себе кір? Про грип ми почти кожен рік говоримо, іноді навіть і дважды в году, але все одно напомнить не лишнє. Грип – це входить в групу респіраторних заболівань, але це заболівання, так сказати, з сухими проявленнями. Якщо общі респіраторні – це насморк, якщо затечення там і прочее, то при гриппе ничего этого нет. Резкое повышение температуры в течение нескольких часов, сильная головная боль, боль в глазных яблоках и мышечные боли. Потом больные ощущают сухость в носу, першение в горле, ну и сухой кашель. Но в последнее время появился так называемый пандемический грипп. Там присоединяются еще такие симптомы, как загрудинные боли, особенно при кашле, и может быть даже жидкий стул. Надо сказать так, что грипп у нас каждый год практически бывает, а корь идет с интервалом 6 лет, иногда даже больше. То есть сезонность
И цикличность для вирусных болезней характерна. Но спалах от розпочався в Україні в минулому році? В 17-му. А, в 17-му році. В 17-му году была эпидемия в Румынии. Из Румынии она перенеслась в Одесскую область, но потом распространилась больше на западные области, а потом на центральные. А мы ж оказались в оазисе своеобразном. Угу. Ну вот, что для кори характерно. Основные проявления кори – это сыпь. Но есть так называемый продромальный период, который предшествует высыпанию. И он, если раньше классически это было где-то 3, но максимум 5 дней, то мы в последнее время наблюдаем до 7 дней. У больных высокая температура, кашель, першение в горле. И только потом появляется сыпь. Но сыпь при коре очень характерна. Она, во-первых, пятнистого характера такого. Она иногда бывает сливного. И самое главное, что есть этапность высыпания. Сначала на лице, потом на груди, на руках. И только к концу уже поражаются ноги. С ветрянкой ее переплутать не можно? Ни в коем случае. Ветрянка – это пузырьки, а здесь просто красные пятна. Ну и что еще характерно? Значит, ну, головная боль на фоне температуры высокой. Если при ветрянке температура потом повышается, когда уже много высыпаний, то здесь температура аж в начале. Вот. И поражаются глаза. Очень часто больные очень больно реагируют на свет. Светло. Да, покраснение глаз, закисание. И может быть даже такое явление, как кератит. То есть помутнение роговой оболочки. С нарушением зрения и длительным потом специальным лечением у окулистов. Ну, кроме того, для кори характерно поражение печени. Очень часто нарушаются процессы в печени и лабораторно это диагностируется. Иногда, ну не то, что иногда, но около 25% кори начинается с жидкого стула тоже. Ми завжди говоримо, що будь-яке захворювання небезпечне своїми ускладненнями. І от про ці, які ми говоримо сьогодні, чим небезпечні вони і грип, і кір? Основне осложнення при грипі і від чого, собственно говоря, і смертельні случаї бувають – це пневмонія. Причому пневмонія починається, може, навіть з третього дня, і тут дуже тонкая грань. Во-первых, сам больной должен чувствовать ухудшение своего состояния и вовремя обратиться за медицинской помощью. Ну и также медики. Но мы последние годы часто проводим различного рода семинары, поэтому я бы сказал, что врачебное звено, в общем-то, готово к постановке диагноза. А вот в сельской местности, там, где фельдшерские пункты, где подготовка ниже, тут уже надо обращать внимание именно на вот эти симптомы, на ухудшение состояния. Одышка, боль за грудиной, кашель надсадный, ну и резкое ухудшение общего состояния. Такое состояние требует, конечно, госпитализации, причем немедленной. При коре, значит, что бывает? Значит, это следующие моменты. Ну, может быть, энцефалит коревой. Может быть, мы уже говорили, кератит, поражение глаз. И опять-таки пневмония. Это вот те состояния, которые требуют даже интенсивной терапии. Угу. Сергію Михайловичу, и обов'язково треба сказати про групи ризику. От хто має насамперед бути насторожі? Групи риска, конечно, более характерна, это группа для гриппа. Но на первом месте это беременные. Для беременных грипп очень страшен. Он может и осложниться и пневмонией, и нарушением течения самой беременности. Поэтому на беременных должно быть прежде всего обращено внимание как медицинских работников, так и сами беременные должны быть настороже и думать о своем потомстве, а не искать какие-то там, находясь в декретном отпуске, имея свободное время, тратить его на какие-то развлечения. Это первая группа. Вторая группа – это хронические больные. Сюда входит сахарный диабет, сюда входят хронические заболевания органов дыхания. Вот. Следующая группа – это ранний возраст и пожилой возраст. Вот. И еще нужно обратить внимание, группа риска – это люди с повышенной массой тела. Это здоровые молодые люди, которые не обязательно толстые, а имеют большую массу тела. Вот у них
происходит кислородная недостаточность, они заболевают пневмонией и ее тяжело переносят. У зв'язку з реформуванням первинної ланки багато змін відбулося у галузі охорони здоров'я. І от як виглядає на сьогодні система надання допомоги хворим? Чи приїздить швидка на виклики, чи викликається сімейний, чи дільничий лікар? От будь ласка, про це обов'язково. Я уже обратил внимание на удаленную, так сказать, сеть в сельской местности. Здесь уже помощь семейного лекаря, так сказать, не всегда он и есть еще пока. Поэтому это самое первичное звено, это фельдшерская помощь. В данном случае обращаться к фельдшеру, вот с одной стороны, кто заболел. А другое, это беременные списки у всех должны быть, они должны наблюдаться сами по себе. Даже хотя бы в телефонном режиме уточнить, ага, как ты себя чувствуешь, нормально ли у тебя температура и все такое. Смотри, если вдруг у тебя температура повысится, немедленно обращайся. В городе немножко проще, с одной стороны, потому что более специализированная помощь, но опять-таки пошла уже градация. Первичное обращение должно быть к семейному доктору. Вот, и это, ну, тут получается так, семейный доктор работает... Ну, втрачается час при таких захворюваниях, как вот грипп, тут ну, швидко треба реагировать. Ну, же должен же реагировать сразу, теперь же обязанность их совсем другая. То есть в дневное время обращается больной к семейному доктору. Если какие-то сбои есть, то скорая помощь. Скорая помощь не отказывает, особенно во внерабочее время. С одной стороны. С другой стороны, это высокая температура. Если температура выше 39 градусов, скорая помощь не отказывает, выезжает и оказывает помощь или госпитализацию. Дальше, это дети, которым скорая помощь тоже идет навстречу и госпитализирует их. Ну и надо сказать... А педиатры выкликаются? Ну, педиатры сейчас семейные, они же, вы понимаете, как сейчас уже как таковой категории, уже оно смешивается и входит в категорию семейных врачей. Но еще я хочу сказать так, если не получается, допустим, обратиться сразу к семейному доктору, то, конечно, нужно обращаться на скорую помощь. Но когда ты делаешь вызов, ты должен внятно объяснить, в чем сложности. Если это речь идет о группе риска, то, конечно, или сам больной, или сама больная, или кто ей помогает, они должны сказать, что беременная, высокая температура и так далее. Тут уже отказа, конечно, не будет. Или, допустим, хронически больной пожилого возраста, опять-таки с высокой температурой и все. То есть диспетчерская служба скорой помощи сориентируется и направит, конечно, бригаду. Ну, это речь идет о поликлинической помощи. Ну, а в итоге все замыкается на нашу больницу, на инфекционную больницу. Если требует больной госпитализации, то он его везут к нам. Значит, мы госпитализируем всех в первые 5 дней заболевания. Отказа в данном случае у нас нет, условия у нас все есть. Ну и в связи с реформированием происходит... Следующее финансирование. Областной совет финансирует обследование больных бесплатно по таким категориям. Это общий анализ крови, общий анализ мочи, кровь на сахар, рентген грудной клетки и УЗИ органов брюшной полости. Эти исследования проводятся бесплатно. Так что в данном случае волноваться не нужно. И в стационаре, и в поликлинице? Нет, я говорю о стационаре. В стационаре. Нашем. Да, это наш стационар. Тем, ну и кроме того, если не получается, допустим, там через кого-то, а есть необходимость госпитализировать, значит, обращаются в приемное отделение, доктор консультирует. Напрямую, да? Напрямую, вот в инфекционную лекарню. Да, отказов нету. Причем это касается не только городских жителей, а из любого района даже. Сейчас же в чем проблема опять-таки? В ряде районов у нас закрыли инфекционные отделения. Например, Новотроицкий, Врагачики, Воронцовки. То есть больные, если имеют возможность сесть на машину, приехать в Херсон, то отказа они не получат. Сергій Михайлович, і дуже важливо сьогодні нам сказати про профілактику. От яка профілактика існує при цих захворюваннях?
У кори и у гриппа есть общее, это то, что это вирусные инфекции, которые передаются капельным путем. Значит, в чем в данном случае сложность профилактики? Практически защиты нет. Ну, маска там в какой-то степени немножко оградит заражение, но тем не менее вирусы через маску все равно проходят. Поэтому здесь главное в профилактике это вакцинация, это прививки. Если корь считается 100% управляемой инфекцией и можно оградить себя от заболевания, то грипп почти приближается тоже к 100%. Тем более мы уже много раз говорили, что в центре гриппа подается информация о тех штаммах, которые вызывают данное заболевание, и на основании этой информации готовятся вакцины, которые содержат именно антитела к этим вот штаммам. Поэтому прививки и при гриппе, и при корі – это самое главное. Сергій Михайлович, ну вже запізно, напевно, робити щеплення проти грипу? Ну, нет. Если в феврале будет, так сказать, ну, я вам скажу так, что, ну, мы видим сейчас тоже увеличение, но это в основном идут простудные заболевания. Если по Украине уже выделяют вирусы гриппа, и именно это уже грипп самый настоящий, то у нас это вирусные заболевания с так называемым гриппоподобным синдромом. То есть проявления гриппозные в основном, но выделения самого вируса нет. То есть мы можем считать, что пока на нашей территории гриппа нет. Ну и прививки сейчас проходить еще вполне можно, потому что в течение 2 недель уже формируется иммунитет, и потом человек защищенный. Є безкоштовні вакцини, чи це тільки в приватних кабінетах щеплення роблять? Ви знаєте, тут, так сказати, комбінована ситуація. Наприклад, получили мы сейчас прививочный материал для против кори для медработников. Вот это происходит. Каждое лечебное учреждение подали заявку, сколько им нужно против кори. А для гриппа? А против гриппа пока, ну нет, значит по гриппу идет как? Бюджетных средств нету, то есть это из местных бюджетов или из предприятия, или из личных средств идет прививки. Так. И где проводятся они, только в приватных кабинетах? Нет, не обязательно. Есть у нас кабинет при поликлинике Водников, там кабинет именно прививочный. При детской областной больнице есть, ну и плюс, конечно, такие вот приватные тоже. Який порядок щеплення зараз на сьогодні? Ну, дети прививаются 2 раза в год и в 10 лет, и они, в принципе, считаются вакцинированные. Взрослые, если в свое время получили эту прививку, они тоже вроде бы защищены, но чем дальше, так сказать, 10 лет, тем меньше напряжение иммунитета. Поэтому взрослые тоже получают эту прививку против кори. А сейчас идет кампания по допрививанию детей, которые не получили прививку в свое время. Но я уже говорил, что в нашей области относительно благополучие. А вот во Львовской области, например, сейчас уже началась массовая вакцинация, где прививают. Но в данном случае что нужно иметь в виду? Что, во-первых, ну, те, кто не прививал детей, он и так это знает. Ну, а иногда бывает, так сказать, формальная, так сказать, прививка. Не хотели привиться, но каким-то образом отметку о прививке получили. Да, да. То есть тут уже надо этот момент пересмотреть. Це ми говоримо про щеплення. А яким чином ще можна себе захистити від грипу? Ну, і є ж, так сказать, неспецифічні методи профілактики. Ну, прежде всего, это разобщение. Это вот когда, допустим, достигается по заболеваемости эпидпорог. А что такое эпидпорог? Это количество заболевших свыше этого количества уже считается эпидемия в данном районе. Вот. И накладывается карантин. То есть опять-таки разобщение, это прежде всего. Второй момент – это переохлаждение. Ни в коем случае нельзя переохлаждаться. Треба уникати цього. Да, сейчас, слава Богу, как говорится, уже наладилось отопление и в детских садиках, и в школах, поэтому уже этот момент вроде бы ушел. Одягатися треба... Ну, раціонально. І не потеть, чтобы, но и не замерзать, то же самое.
Ну, еще надо обратить внимание, ну, здоровое питание, закаливание, это, конечно, само собой, эти вещи тоже. Ну, и если человек заболел, мы всегда об этом говорим, не всегда получается, он должен болеть дома, не ходить на работу и не заражать окружающих. А есть препараты непосредственно, которые действуют на вирус, есть препараты, которые опосредованно, но каждому свой препарат нужен, потому что есть противопоказания, есть сопутствующие болезни, поэтому с медицинским работником надо в конкретном случае решать. Консультуватися треба і вирішувати. Конечно. Свята от новорічного різдвяного циклу, і ви можете привітати наших глядачів. І що б ви хотіли побажати? Ну, само собой. Ну, я скажу, що хорошо, що вони в основному пройшли вже. То есть уже массового, так сказать, сборища не будет. Вот. Но прежде всего беременным сидеть дома, не ходить никуда. Следующее – это быть мудрыми. То есть не рисковать попусту, не переохлаждаться. Если нужно прививаться, значит, посоветовались со своим доктором, сделали эту прививку. Вот. Тогда это более или менее убережет тебя от таких вот внезапных заболеваний. Сергію Михайловичу, я хочу вам подякувати за те, що ви прийшли до нас, за цю розмову. Сподіваюся, що вона буде корисною для тих, хто нас слухає, хто дивиться. Думаю, да. Дякую да. вам. І, спасибо, і бажаю здоров'я і успіхів. Вам теж. І нашим телезрителям також. Телеглядачам я хочу нагадати, що сьогодні з нами був головний експерт області з інфекційних хвороб Сергій Панкратов.